Девчата, протестирую тушенку. Великолукский мясокомбинат, город Великие Луки. Говядина тушеная сделана по ГОСТу 32-125-2013. Выглядит она вот так, с такой коровкой. Какая-то медаль вон. Я набрала их давным-давно, и у меня уже подходит срок хранения. Нужно съедать. И вторая тушенка. Это город Курган. Курганский мясокомбинат. Говядина. Высший сорт. Тоже ГОСТ. 32-125-2013. Курган. Сейчас посмотрим. Тоже уже выходит срок годности. Нужно подъедать. Курганская тушенка. Немного жира. Совсем чуть-чуть. Отличные куски мяса. Прям вообще. Одно мясо почти в ней. Чуть-чуть желе, это значит, в тушенке не было воды залито. Очень она мне понравилась. И по вкусу прям вот настоящая тушенка. Так, дальше идет Великолукский комбинат. Здесь жира тоже чуть-чуть, немного. Кусков мяса один вот только наблюдается. Остальное что-то тут вообще такое непонятное. Вроде как мясо, но оно какое-то с жилками. Желе слишком много, я считаю. И я ее попробовала. В ней очень много приправ. Она очень-очень соленая. И даже, я бы сказала, острая. Ну вот, понравилось вот это. Покупала я ее 3 года назад. Это потому, что были запасы. По 120 рублей. А это было 198. Вот такие вот тушеночки. Вот это очень хорошие, вообще соответствует ГОСТу.